6 июля в зале городского центра культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, отмечаемый ежегодно 8 июля. Праздничная программа включала в себя выступления творческих коллективов городского центра культуры, центров реабилитации для несовершеннолетних и детей с ограниченными возможностями, а также комплексного центра социального обслуживания населения. Две бабушки, две дедушки, папа, мама, я. Наша настоящая дружная семья. Две бабушки, две дедушки, папа, мама, я. Наша настоящая дружная семья. У тебя у друга близко или далеко. В торжестве приняли участие первый заместитель главы администрации Батыр Ахметов, начальники отделов и управления, представитель Министерства Республики Дагестан Аликаджи Тагитхусейнов, директора реабилитационных центров и директор городского центра культуры Залимхан Хангиреев. С приветственным словом ко всем присутствующим обратился от имени главы города Хасавюрт Зайнуддина Акматова первый заместитель главы администрации Батыр Ахметов. С каждым годом популярность этого праздника растет. Подтверждает тот факт, что для большинства людей семья и любовь остаются главными ценностями. Счастливая семья – это прочный фундамент, надежная опора для каждого из нас, залог благополучия и крепости сильной страны и достойного будущего. Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим собственных приемных детей, многодетным парам, супругам с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам и тем, кто только собирается создать свою семью. От всей души желаю всем семьям любви, достатка и благополучия. Глава города Хасавюрт Зайнуддин Дадабекович Акматов. Представитель муфтията Республики Дагестан Аликаджи Тагитхусейнов в своем выступлении отметил, что семья – это основа стабильного общества. Дети – это будущее жизни, будущее народа. От правильности воспитания зависит формирование ребенка как личности, которая станет полноценной частью общества. А для подарок джамья, для семьи, самый лучший, я увижу, семья пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаламу. Когда он находился в Мекке, жил с Хадиджей, ради Аллаху анха, хоть она была, но более старше его. И как они дружно и вместе воспитали своих детей, еще добавочно дети, которые они воспитали из своих родственников тоже. Али Асхаб, ради Аллаху анху, Зубейр бин Авам, Зайд бин Харита, все они были примерами для нашего общества. Самое главное, чтобы мы воспитывали наших детей в благонравиях, уважение старшим. Концертная программа включала в себя выступления с песнями и стихами на тему семьи, взаимопонимания, родительской любви и благополучия. Свои таланты смогли продемонстрировать воспитанники центров. Мероприятия «Благодарственный письмом» администрации города Хасавюрт были отмечены Хизри и Малика Тимирхановы, сын которых Аглархан Тимирханов стал участником многих парамузыкальных фестивалей, проходивших в городах Москва, Калуга, Ярослав. Я бы хотела вас здесь поблагодарить, что вы такое внимание оказали детям, поблагодарить все центры. Это очень трудный и очень благородный труд, который, наверное, невозможно никакими словами оценить. Пусть у всех будет, я бы хотела сказать, пусть нам всем с вами повезет, как нам везет, допустим, в том, что мы познакомились с центром, в который ходил Аглар. Пусть в нашей жизни и в жизни детей, которые сегодня здесь были, и вообще всех детей мира, сбудутся все их желания. Yeah.
Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».